Время 6:25, обнова только-только вышла. Мы наркоманы. Да. Сейчас я докуплю эти самые. Что-то далее 600 примагемов за эти самые. Тех работы, все дела. Вот, потом еще бездну пройду. Там еще получу примагемчиков. Вот, какая моя цель? Моя цель выбить Нахиду и выбить вот этого вот перевернутого Арарана. Помянем. И если повезет, если останется, то в третью попытку совершить, третью или уже четвертую, третью выбить Юэмию. Угу. Ну, кручу десяточками. Так, запись идет, отлично. Без вебки, потому что 6 утра, и мы налицо очень сонные. Помятые пионервожатые. Да. Кстати, Беннет у меня C6, Найль у меня C6, Рейзер не помню. Блин, офигеть. Ну это хорошо, значит, тебе кэшбэк у нас. Я тут с кэшбэком недавно лоханулся жестко. Бесструнный. Угу. Наэль. Наэль, кэшбэк. Наэль это где-то у меня уже C9, C10, не знаю. Везет. И Беннет C7. У меня Беннет только C1, Наэль C5. Но печаль в том, что этот баннер я крутить не буду. Конечно, так-то неплохо. Я знаешь, как просрал кэшбэк? Mm-hmm. Захожу тут в магаз. А, хочу, значит... Что хочу? А, ну мне не хватало каких-то вот кусков, не помню уже каких. Ну я иногда вот за звездную пыль я их покупаю. И тут что-то зашел в магаз, и у меня открыто, почему-то открыл, обычно как-то вот это открывается всегда у меня. Ну, а понятно. Тут открылось вот это, и я за нее купил. О-о-о. И потратил где-то 60. Ну, или 70. Маньяк. Да, я такой... А потом у меня что? Просто не... У меня, знаешь, я сидел... С таким лицом, с таким выражением, у меня просто все замерло. Я такой, твою ж. Никогда нельзя торопиться. Да блин. Ну, короче, либо с этой, либо следующий упадет. А наверное. У тебя было откручено много, да? Ну, немного, но штук 50 было. Угу. Псаю. Псаю, ничего себе. Если не ошибаюсь, она у меня тоже цеш. Ну, сейчас узнаем. Хотя, может быть, и нет. Да, нет, оно по C6, по-моему. Угу. Обалдеть. У меня C6, в лучшем случае только фиши, наверное, всех персов фиолетовых. Это вряд ли. Да, кэшбэк. Угу. Так. Ну вот сейчас, наверное, будет. Да. Вопрос, кто это будет? Офигеть! Какой ты выигрываешь раз? Третий, четвертый подряд 50 на 50. Четвертый. Не, Грац, что? Это круто. Мне так никогда не везет. У меня все грустно. Ну, я что-то пропустить нажал. Что? Так а Рейзер даже пришелся. А, кстати, Рейзер у тебя не C6. Да. Ну, возможно, сейчас вот соберется. Ну и что, и дальше ты идешь в оружейку или на ее имени? Оружейку. Рейзер где-то у меня. Офигеть, Грац. Да? А, вон он. О, он тебя вообще нулевой. Он маленький, да. Ну, хотя у меня примерно так же. Так, у меня первый архонт на аккаунте. Ну да, у меня хотя бы дед есть. Первый архонт. Божечки. Она там человечков, смотри, Дил, как это, дети угу. Из бумаги вырезают. Так вот. Ну, Грац, что ли? Бешеная пачка будет. Ну-ка, давай. I've been waiting for you for ages. Та-дам. Да, на того же роста с Рарамом. Ну, сейчас в классике с ним будет играть. Угу. И сфоткает. Да. Птинь. Ой. Она назад телепортнулась. Ну, знаешь, что такая анимация. Первый архонт на аккаунте. Да, брать, брать. Так, ну чё, давай, оружейный баннер. Тащим Арарана. Mm-hmm.
Я, правда, если выпадет лук, я не знаю, куда его девать, потому что луков у меня дофига. У меня тоже луков дофига. Но это на Юэмию. И он еще на тортах. Саракуби, бро. А? Как она чувствует, падает вооружение? Она мне вообще не падала, а тут недавно упала, и вот еще одна упала. Она вооружение падает, да. А так это у меня был единственный персонаж фиолетовый, которого у меня не было. Угу. Мне прилетела она тогда и стандартом. Я последнее было что на оружейке? Туман Аяковский или что-то еще крутил? А, нет, камон, ты же выбивал. Кадзушный меч ты выбил и на клин. У меня ключ последний. А, Хаджнисут? Да. Ниновский? Да. Ну, он что, последний, там ничего больше не было откручено. Точно. Со времен тумана прошел. Да я поняла. Еще не нравится. А, ну он же в баннере сейчас, поэтому не удивительно. Ну это же оружейка. А, ну это-то да. Поэтому как бы, мягко говоря, это странно. Фавоний. Ну, у меня но прям... у тебя их было много, вот у меня, кстати, копий фавония практически нет. У меня сейчас фавоним как-то очень глухо на аккаунте, как бы это смешно не было. Давай, какую-нибудь галденку. Это сколько, 40? Не знаю, я не считал. Блин, церемониальный дурик. Как бы это смешно не было, это первый меч моего дурика. Потому что нормальных дуриков у меня не было вообще. Давай. Ой, 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 да ну все. Сейчас еще выпадет этот лук, и я вот не знаю, куда. Ну, лук очень хороший. Понятно, дело, что хороший, но как бы, а куда мне его? Дурик как бы. Не важно, ее имя. Ну, если Юми выпадет туда. Я, конечно, как бы... буду очень завидовать, если дропнется лук, потому что у меня торта. А я торта попробую, но как бы, не знаю, чем дело кончится. Это вот уже вот-вот. Ага. Ну вот летит, прям страшно. Ржавый. Я уж испугался. Слишком много луков. Да как вы издеваетесь, что ли? Сигнал делюка! Грац. У тебя делюк с пушкой, видишь, тебе как бы намекают. Делюк с пушкой. Я не играю делюком с пушкой. Я играю. Можно мне, пожалуйста, еще созвездие делюка и еще погибель? Да ну блин. И не лук, и не араран. Ты говорил, тебе много луков я не хочу, получи. Да, но все я как бы сам я рарана хотел, а тут лук. Ну куда мне эту пушку девать? Ита. А я не знаю, ему дают ее. Я знаю, что его дают чугуну, Рейзеру, Аоле и Оле. Вот, кому еще не помню. У меня из двух сейчас вкачанных двуручников это только Наэль и Ита. Ну, да. Ну я не знаю, как он. Гео, они там почти все от защиты. Еще ржавый. Еще один ржавый. Отлично. Отличный лук. Грац. Мне когда он тогда выпал, я тоже очень расстроилась. Дай второй подряд, что ли, там где-нибудь вот прям сейчас. Вот уже, к сожалению, нет. А это не считается в этот самый, в тот в кругленький? В очко, да. А тебе зачем считается, очко? Да? Конечно. Любой просер. Кроме того, что ты поставил, считается. Но только на время действия этого баннера. Опять фавоний. Все понятно с этим фавонием. Мечи, мечи, мечи. Луки, луки. Самый. Песень странника. Да, это вот очень хорошо. Да, она мне качует с персонажа на персонажа, а все не это самое. Я бы очень хотела ее тоже в Т5. Ни на ком так она мне пока и не задерживается. Смотри, зараза.
30. Опять фавония копье. У тебя опять насыпят фавония? Да. Ну, в этот раз, по-моему, меньше фавония, чем в прошлый раз. Но все равно их много. Кстати, ни одной новой пушки. Ну, и сумерской вот этой вот. Да, тут и нету в баннере. Может, в следующем? Ну, я думал, лук будет. Ну, был там однорук, двурук. Угу. Катал, вот мне тут как-то выпало. Да, я думал, лук будет. Да. Вот какой тут церемониальный двор. Какой же он классный. Да у меня двуручников-то и нету. Особо. Походу, меня сейчас под гарант доведет. Да. И опять у меня не будет Юми. Ну, если только случайным образом она выпадет, когда я там буду бездну закрывать. Опять Беннет. С8. Капец, это уже сколько? Мне кажется, это уже 60 или 70. Ну вот у меня было 8 с чем-то. Нет, всего? Тут 80, это вот, ну, вот конец географии. Знаешь, сколько я открутил, столько вот это самое. Было 80. Угу. Сейчас осталось, ну, кажется, 60 откручено. 60, ага. Ну вот сейчас. Ну, либо следующее. Сейчас. Сейчас хоп и не арара, но лук. Я не каркала. Блин, ну завидую по-черному, конечно. Ты сколько раз выиграл подряд 50 на 50? Тебе где-то должно не вести? Ну, два раза подряд на оружейке. А тебе напомните историю выбивания моего коршуна? И чем дело кончилось? Сейчас, вот жалко, вебки нету, вот мое лицо. Нет, видеть, хорошо, что нету, давай, дальше все понятно. Вырубай. Вырубай, тут все понятно. Я поэтому... Может, арарана, прям тут же, арарана мне. Больше баннер оружия не кручу. Два очка набито. Я думал, отзывается. Ну за что? Опять Беннет. В оружейном баннере. Какой С9. Лучше бы тут гора насыпал. Он тоже палит. У меня гора тоже С6. А, да. Не помню. Как кэшбэк будешь приводить? До десятки хотя бы. Шесть круток. Тебе хватит на 6 круток? Ну, 22. 6. Угу. Ну, я не знаю, ты кого на то смотрели. Мало ли. Просто уже жалко, потому что тупо 2 очка набито. Это надо уже реализовывать. Ну, это-то да. Это 20, да? 20, да. Еще 60 круток. Да блин. Хотя я думаю, что... У меня, кстати, такая хрень была, по-моему, с туманом. Ну, так у меня то же самое с коршуном было. Поэтому... Все грустненько. Вот у песен странника это очень здорово. Так, БПшка. Закрываем. Ну там, тут круточки пособираем, здесь вот, да, они будут. А, бездну сейчас зачистишь. Да. Сюжетку да. Пройдем, что-нибудь еще, не знаю. Вот ты молодец, уже начал на Нахиду сет фармить. Да, у меня уж на нее, скорее всего, даже есть сет. Ну, отлично. А это вон сколько там осталось? Сара первое созвездие получила. Не 60, я думаю, 50 круток это максимум.
так я думаю, что на третью может и пораньше выпасть. Ну, я надеюсь, конечно, на это. Да. Ну и, не знаю, зачищай контент. Мне кажется, у тебя количество всякого непройденного намного больше, чем у меня. А что эта пушка дает? Кто? Погибли? А, сила атаки? Да, это то. Она сила атаки, да, писай нижние статы. Если ХП ниже 30%, у цели врубается баф, который еще увеличивает силу атаки. Ну, раз в 30 секунд. Да. А сколько действует? А, 12 секунд. Долго. Ну, понятно. Ясно? Ладно, будем копить.